Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И идем будить Димульку, время 10 с чем-то. Он спит, сейчас будем кушать. Ну вот, сегодня хоть более-менее. А ты что ты? Ты маме тут помогал? Ты маме помочь решил, да? А я сплю, слышу так чик. Что-то оторвал. Я думаю, ну что уж тут теперь поделаешь? Если ребенок начал рвать, ну ладно, что ж теперь. Ты маме так помогал, да, зайка? Ты так маме помогал? Что, еще что-то оторвал? Ну да, тут смотри, у тебя вообще что. Я тебя оставлял, укладывал его около этой стенки, а просыпается он около этой стенки. Ну как так возможно? Там, что у тебя там? Да, 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 рассказывай, рассказывай. Оторвал, да, оторвал помочь маме, да, чтобы всего этого было не видно, да, да. Ага, там оторвал, ага, и там оторвал, да, и тут тоже оторвал. А, еще и вот тут грязь, а, точно, где она, где, вот она. Пальцы аж видны. Да, тут, слушай, я тут не заметила даже. А ты заметила. Ладно, я посмотрю обязательно. Ну, не трогай ее, эту каки теперь. Аж прям пальцами. Кошмар. Где? Художественная. Как это назвать-то, господи? Художественная какашка на стене. Ну-ка. Да. Че? И рыбка тоже тут грязная? Рыбки будешь сам мыть. Пищит. Чё она не пищит? Лохматый весь. Вчера был такой, это... кудряшками. А сегодня весь лохматенький такой. Я уж лежу, боюсь, думаю, наверное, там памперсы сейчас покакают, снимет, будет как вчера. Ну нет, слава богу, чистенькая. У Димы новая простынка. У Димы теперь простыночки вот такие. Тряпочные, вот самые обыкновенные, потому что те полотенчиковые, он из них нитки вытаскивает и разбрасывает. Она просто разорвется однажды и все. Поэтому я пока какое-то неопределенное, наверное, время не буду их стелить. Да, ну я вижу, кстати, ты там покакал. О, штаны грязные. Я только вчера стирку сделала. Носки снял. Носки-то зачем снимаем? М? М? Улыбнись. 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 Да что ты какой? Какой серьезный. Ох, какой серьезный он. Да. Серьезно, Дима? Ой. Ну давай раздевайся. Раздевайся, что там у тебя. Хорошая, кстати, смотрите, кофточка. Она предназначена, чтобы еще и ниже застегивать. Фу, пахнет, как у тебя там. Ну все, будем мы просыпаться, скажи. Ой, что у тебя там? Солнышко у тебя здесь. У тебя солнышко в кармашке, что у тебя? Пук. Солнышко у тебя, а ты не знал. Раздевайся, снимай. Как ты кофточки снимаешь? Покажи. Как ты кофту снимаешь? Дима. Что, Дима, гулять вышел? Гулять вышел. У нас 18 градусов где-то так. Дима в шапочке. Хотя, в принципе, на солнышке довольно жарко. Да, в шапке. Ты в шапке, да? В шапке. Наконец-то выбрались. Было всю неделю холодно, дождь. Периодами такой мелкий. Ну, одуванчики, конечно, все пропали. Пришла я с фотоаппаратом. Уже прошло несколько
дней. Ой, ты как вот он как за ней гоняется-то. Отстал. Не хочет она. Ну ладно. Пойду другой. Где там другая? Сейчас я ее соблазню, скажи. Соблазню ее сейчас. Сколько там голубей гуляет, да, Дим? Ищут что-то. Что они ищут? А? Вот, соблазняет, соблазняет, смотрите. Бур-бур-бур. 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 Бур-бур-бур он ее, да, соблазняет. Смотрите, говорит, какой я красивый. Какой я весь пушистый. Да, бур-бур-бур. Бур-бур-бур. Он какой идет большой. О-о-о, пошел, пошел. Окей. Сидишь, когда тихонечко. Они к тебе подойдут поближе. Сколько их много там. Воробушек там бегает. Все кушают. А здесь травка какая зеленая, призеленая. Да, все, убежали они. Убежали, да? Убежали туда далеко, все убежали. Как красиво, посмотрите. В прошлый раз я ходила, все это снимала, предыдущий влог. Одуванчики здесь было, все зеленое. Кстати, эта камера вообще шикарно, оказывается, снимает. Не знаю, в прошлом году снимала, не настолько все это было. Было, по-моему, не настолько зеленое, ярко. А здесь в прошлый раз прям получилось, я не это монтировала, но ничего не подкрашивала там, ни цвет не меняла. Но получилось, это вот камера Canon, у меня на нее, у меня на нее это обзор есть на канале. Да, да, где у тебя опять она вылазит? Да скажи, да что ж ты ко мне прилип, да? Скажи, ну отстань ты от меня. Дальше поедем. Вообще нет одуванчиков, посмотрите. Вообще нету. В прошлый раз мы просто прям чисто, наверное, случайно попали сюда. Сейчас пойдем. Увидела цветочек, смотрите какой. Сейчас фокусирует. И та-дам. Красивый какой.
красивый какой. Что-то здесь, наверное, какие-нибудь ягодки будут потом. Травки сколько выросло, чистотел. Там прям вообще трава пушистая. Там тоже очень много травы. А тут уже все, одуванчиков нет. Кстати, ощущение, как будто постригли. Как будто постригли травку. Прекрасно. Там шла бабушка и пукнула. Да, чё ты? Чё ты? Чё ты? Красненький лист, ты чё, замёрз, что ли? Вроде себя одела-то тепло. Чё, тебе дать одуванчик? Одуванчиков нет уже. Чего, одуванчик сменился? Поменялся? Ты что на него так смотришь? А? Ребенок. Совсем другой одуванчик. Другой одуванчик стал, да? Был желтый. А стал непонятно какой, да? Ветер сильный такой. В теньке очень холодно, прям ух. А на солнышке жарко. Почти как в прошлый раз было. Смею засниму. Сидит вот она. Отдыхает. Не птиц какой-то. Птички поют. Тут тоже сидит. Что-то у него с крылом, что ли. Этот он его держит не так. Что-то они петь перестали. А, и там сидят. Они крылышки, наверное, греют просто. Ну, просто греют крылышки так. Наверное. Тут сидит. Ага, встала. Чистится. Тоже холодно. Чего ты раскачиваешься? Там перышки тоже чистят. Тихо, где?
Дима. Скажи приветики. А мы с Димой гуляем. Обязательно надо плюнуть где-нибудь. Сначала начала снимать с той стороны женщина какая-то пукнула так громко. Опять начала снимать. Мужчина прошел, плюнул так громко. Скажи, что же у нас за народ-то такой, а? Дим, да? Что у нас за народ такой? Скажи, надо плюнуть, пукнуть. Всем что-то надо. Такая природа красивая, посмотрите. Такая красота. Дуванчики здесь все покосили. Теперь не знаю, когда они там вырастут. Вот, чуть-чуть станет скоро потеплее, мы начнем ходить, путешествовать в другие места, как в прошлом году, да? Сквер Мичурину посетим, Площадь Славы. Еще Ботанический у нас с тобой, кстати. Он был закрыт, не знаю, открылся, наверное. Ботанический. Еще какие у нас парки с тобой? Набережная, да? Набережная. Ну что ж такое? Не помещаемся мы с тобой в кадр. На набережную еще нам с тобой. Струковский парк. Мы там, кстати, зимой были, катались на санках. А я каталась на санках, Димы не было. Дима в следующем году будет кататься на санках там. Да? Да, Дима? В этом году Дима еще не катался на санках. А в следующем году уже будет кататься на санках. Скажи, я буду кататься на санках. Да? Да, такое солнышко. На солнышке прям жарко даже, знаете, хочется раздеться. Прям жарко даже, наверное, в шортах. А в теньке очень холодно. Очень холодно в теньке. В теньке, наоборот, одеваешься, застегиваешь шею, хочется ух, прям. Да. Палка, палка. Да? Палка, 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 палка. Да? Как сзади красиво, посмотрите. Кстати, я в своей новой курточке. Вот она. Вот. Воротник у нее такой классный здесь. Нет, не здесь, а вот здесь. Вот она. Тут сейчас я... Господи. Вот она, застежка. Есть. Она застегивается. Очень удобно. Все сочное, красивое. Волосы, посмотрите, как волосы блестят после покраски. Села прямо это. Где там она, господи? Села на корточке. А у меня штанины горячие такие, солнышко. Да, ты что там спрятался? Ты от кого спрятался там? Ты от кого там спрятался? Ты все палка, да? На селфи-палке у нас висит камера. Стоит, вернее. Палка. Палка, палка, палка. Да, палка, палка, палка. Что-то мы с тобой не помещаемся. Ты ниже находишься, что ли? Палка, палка. Палка, палка, палка. Палка, палка, палка. Палка, палка, палка. Ой.